Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И сегодня я вам расскажу, как использовать материнский капитал на второго ребенка, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Как сделала я? Моему сыну 1 годик. Я получила через МФЦ материнский капитал в размере 453 026 рублей. И решила купить комнату в общежитии, которая стоит чуть больше 500 000 рублей. Обратилась в агентство недвижимости, мне там все рассказали, что сделать можно это законно. А законно, я почитала законы, статьи, и если я возьму ипотеку, и эту ипотеку можно погасить материнским капиталом, для того, чтобы приобрести какое-то жилье, либо на строительство. Я так и сделала. Доплатила из собственных средств еще энную сумму, чтобы комната стоила дороже, чем 453 тысячи рублей. Взяла займ. Агентству заплатила вместе с юристом 48 тысяч рублей. Займ предоставили мне под 36% годовых. Я сходила в пенсионный фонд, взяла справку об остатке средств на материнском капитале, но я их не тратила. Сделка была нотариальная, и за это нужно было заплатить 13 тысяч за сделку. Но мы с продавцами по 6,5 тысяч объединились. Собирала я не очень много документов, все это делало агентство, за что они взяли комиссионные. Продавцы собрали о том, что нет задолженности, газ, свет, и вода и так далее. Через несколько дней я, мой муж и двое детей, которые все являются собственниками. Комната на 4 собственников по 1/4 доли, по-другому никак, потому что не будь первого ребенка, материнский капитал бы не дали. Не будь второго ребенка, материнский капитал бы не дали. Не будь мужа, не было бы второго ребенка. И не будь жены, тоже не было бы второго ребенка. Поэтому 4 собственника. Через буквально дней 5-6 мы получили в МФЦ уже свои документы, потому что перешло уже право собственности за комнату. И заплатила я комиссионные и туда, и проценты 60 тысяч рублей организации займа. Это комиссионные. Купила комнату 17 квадратных метров. Комната в общежитии вот такая большая, светлая. Ремонт здесь, побелен потолок, лампочка Ильича висит, обои и стоит пластиковое окно. И новый стол. Все. Более-менее надо здесь навести порядок. И будет все окей. Я думаю, что лучше крыша над головой, чем бумажка в документах. Вот так общежитие выглядит снаружи. Ну, как обычное общежитие. Это центр города. Центр города Азова. Вот церковь. Рядом городской дом культуры, рядом первая школа, рядом садики, автовокзал, учебные заведения. Все есть. Надеюсь, моя информация кому-то пригодилась. И теперь у нас есть жилье. Лучше, когда жилье, крыша над головой. Ну, не такая, конечно, крыша. 4 стены. А крыша над головой, чем бумажка в документах. Всем пока-пока!